Что такое артист? Что мы отдаем? Как мы меняем мир к лучшему? Как многим нужно то, что мы делаем? Что движет нами? Что делает нас свободными? Во время репетиционного периода важно не выпасть из графика и одновременно создать атмосферу, шоу, объединиться, стать одним целым. Когда все артисты проекта из разных городов, времени не так много. Пошли. Этот репетиционный период был сложнее обычного из-за постоянных локдаунов. Давай, ребятки, молодцы! И... опа! Месяц постановки, репетиции, объединение старого и нового материала, синяков, крепатуры, подготовки музыки, костюмов, набора физической формы и еще почти 2 месяца ожидания вылета. Когда ты любишь то, что делаешь, это многое меняет. Наверное, каждый человек на Земле хочет чувствовать любовь. Любовь к тому, чем занимается. Любовь к тем, кто рядом. Любовь тех, кто рядом. Чувствовать, что все хорошо. Запреты пугают некоторых, расстраивают, ограничивают. Но некоторых они побуждают действовать. Действовать вопреки всему. Работать, становиться сильнее. Соблазн. Обратная сторона запрета. Чем сильнее нельзя, тем сильнее этого хочется. Night. Your lips may be sweet,
such that I can't compete. But your heart is as black as night. I don't know why you came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black. Сейчас много разговоров о роли корпораций в мировой экономике, их влиянии на ход экономических, торговых и даже политических событий. Но с них только начинается то дно айсберга, которое никто не видит, но которое самое опасное. Складывается ощущение какого-то настораживающего мирового сценария. Что это за вирус? Что это за сценарий? И по таким ли законам был создан мир, чтобы позволить этому сценарию полностью осуществиться? Или любовь снова победит? Inside of you, наверное, каждый артист моментами испытывает сомнения, недовольство собой, страх перед неизвестным. Но в конечном счете становится ясно, что только наш собственный страх останавливает нас. Оригинальное название проекта – Just Do It. Проект стартовал в 2011 году настолько успешно, что большая часть хореографического материала была скопирована разными танцевальными командами вместе с названием. В коммерческих целях его пришлось изменить. Так появился B-Free балет. Свобода. Свобода начинается изнутри. Свобода принять решение. Свобода пройти путь.
Свобода просто быть. Просто делать. Just do it. Во время шоу мы забываем о своих проблемах, а зритель забывает о своих. Мы объединяемся. Как же тогда мы меняем мир? Мы выбираем делать то, что любим, несмотря ни на что. Именно сознательный выбор, сила воли и творчество способны изменить любую систему, которая рано или поздно убивает. У каждого в команде своя задача, свой вызов себе, свои перспективы. Каждый видит себя в профессии по-разному. Каждый видит решение проблемы по-разному. Для каждого реальность разная. Получая свой опыт, переосмысляя, обмениваясь эмоциями, мы развиваемся, наполняя жизнь смыслом. Но пока мы живы, мы всегда остаемся в шаге от бесконечности. In the eyes of the saint, I'm a stranger. Trying to find our way at the depth of every darkness, there's a morning. Though we all try, we're all one step from grace. Though we all try. We're all one step from grace. Icon. Icon.
Когда вокруг так много несправедливости, и ты мало что можешь изменить, что остается? Делать свою работу. Делать настолько хорошо, чтобы знать, что ты можешь требовать свое. Как часто ощущаешь, что ты можешь все? Когда почувствуешь это хоть раз, в тебе происходят необратимые изменения. Но это ощущение очень зыбко. Даже когда все отработано, много вещей могут пойти не так. Важны условия. Важны детали. Важна энергия. Важна команда. Все важно. Ведь все заканчивается. Единственное, что остается, наверное, любовь. Артисты. Все, что нами движет, превращается в то, что мы имеем. Все, что мы имеем, мы делим со зрителем. Мы меняем себя, меняя этим мир. Это нужно тем, кто тоже хочет изменений. Изменений к лучшему. Кто хочет мира. Кто хочет свободы. Yes. You ready to go, mate? I think you've got fans here, they're filming you. Filming me? Yeah. Yeah. What do you mean filming me? They're filming the speaker, so say what you like. Oh, very nice. Right, let's do it. Okay. Let's go. Эта весна, видно, дарит строки по нотам. По душе током, она же часто так развлекается, да? Столица улыбается,
звучит и старается. От этих строк, походу, многими кается. Они не хотели, а у нас что-то да получается, да? Счастья пожелаем им, пусть легко мечтается. Эти берега связаны, как мы, мостами. Эти лестницы такие сложные местами. Эти улицы построили воспоминания. Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю. Помню я. И глаза цвета молодость поднимают опять. Хотя после ударов таких не поднимаются. Эти линии лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются. А мы пытаемся, да? Ими умываемся, с ними утихает все. Эти облака плывут невероятно быстро. Про эту легкость это мы мечтаем просто. Эти улицы построили воспоминания. Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю. Сколько повидалей, сколько раз ломалей, как бы сильно не носило нас земля, это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидалей, как бы не ломали, какие дали не носило бы нас земля, это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидалей, сколько раз ломали, как бы сильно не носило нас земля, это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидалей, как бы не ломали, какие дали не носило бы нас земля, это было все не зря, не зря. Прямо под ресницы безопасности. Безопасности. Сколько повидалей, сколько раз ломали, как бы сильно не носило нас земля, это было все не зря, не зря, не зря. Сколько повидалей, как бы не ломали, какие дали не носило бы нас земля, это было все не зря, не зря, не зря. Now I'm gonna throw away all that's
lost inside of you. Feel alone without you near me. Feel like I'm falling so completely. Cause nothing's better than the here and now. I'm gonna throw away all that's true to prove to you what love can do. Cause I'm lost inside of you.